Всем привет, с вами Рис, и это «Занимательная химия». Сегодня речь снова пойдет о металлах. Вокруг нас так много различных металлических предметов, это и простые вещи, которыми мы пользуемся каждый день, и части более сложных конструкций. Если ты рассмотришь их, то согласишься с тем, что практически все металлические детали имеют довольно сложную форму. Как же им придают такой вид, ведь металлы твердые и прочные? Причиной этому является такое свойство металлов, как плавкость. Это значит, что при определенной температуре, обычно очень высокой, металл не загорается, как большинство веществ, а плавится, то есть становится жидким. Для получения сложной формы металл расплавляют в специальных промышленных печах и заливают в приготовленную заранее форму. Рассматривая этот вопрос с химической точки зрения, можно сказать, что большинство металлов не горит в кислороде или на воздухе, как другие вещества. Например, если ты попробуешь поджечь на пламени спиртовки в лаборатории медную проволоку, она не будет ни плавиться, ни гореть. Первое невозможно, потому что температура плавления меди составляет 1083 градуса Цельсия, а ее никак не достичь пламенем обычной спиртовой горелки. А второе невозможно, потому что металлы, как правило, не горят ни в кислороде, ни на воздухе. Однако это не означает, что они вообще не способны гореть, просто для этой реакции нужны определенные условия. Имея необходимые знания по химии и немного терпения, ты сможешь показать друзьям удивительные опыты поджечь медную проволоку. Для такой демонстрации не нужны дефицитные реактивы или сложная аппаратура, но опыт достаточно сложен в исполнении, так что ты должен быть аккуратен и внимательно придерживаться всех инструкций. Итак, для опыта тебе понадобится порошок серы, медная проволока, пробирка, штатив, спиртовая горелка и пинцет. Приступим к делу. В пробирку насыпь порошок серы так, чтобы он заполнил емкость примерно 4 пятых. Теперь закрепи пробирку в штативе, наклонив ее под углом около 60 градусов. Осторожно начни нагревать пробирку над небольшим пламенем и постепенно увеличь его. Сера начнет плавиться, образуя желтоватую жидкость, которая при дальнейшем нагревании станет почти черной. Продолжай нагревать пробирку до тех пор, пока сера не закипит. Тогда бурые пары загорятся синим пламенем на выходе из пробирки. Не забывай о технике безопасности и соблюдай дистанцию, работая с огнем. Стенки пробирки покроются темной пленкой. Когда ты получишь сильное пламя серы, вырывающееся из пробирки, перенеси нагрев на среднюю и верхнюю часть пробирки, чтобы испарить серу, которая конденсировалась на стенках. Одновременно наколи небольшой пучок медных проволочек, держа их пинцетом в пламени горелки. Когда проволочки раскалятся до вишневого цвета, осторожно внеси их в пробирку. При этом нужно перенести нагрев на нижнюю часть пробирки. Поместив пучок в пробирку, постарайся, чтобы он оставался в верхней или средней части пробирки. Если медь упадет на дно, горение будет плохо видно, а пробирка может треснуть. Проволочки раскалятся с красного до желтого цвета и сгорят в парах серы. Останется черный сульфид меди. Как всегда, немного фактов напоследок, чтобы ты мог завершить демонстрацию интересным рассказом. Медь является природным антибактериальным средством и тормозит распространение бактерий в воде и воздухе из систем, изготовленных из нее. Таким же образом, латунные дверные ручки и поручни в общественных зданиях могут помочь свести к минимуму риск бактериальных передач. В ювелирном деле часто используются сплавы меди с золотом для увеличения прочности изделия к деформациям и стиранию, так как чистое золото очень мягкий металл и не стойкий к механическим воздействиям. На этом все, это была «Занимательная химия», до новых встреч и открытий, пока!